«Один мир, одна мечта». Под таким названием в столице прошел гала-концерт открытого интегрированного фестиваля детского творчества. На протяжении нескольких часов ребята показывали все, на что способны. И в танце, и в вокале, и в игре на музыкальных инструментах. В школе «Новое поколение» получает образование более 300 человек. Среди них и 9-летняя Мария Аруджалиева. Девочка играет на пианино, занимается ежедневно, ведь в будущем мечтает стать известным музыкантом. За ее плечами не один фестиваль и множество наград. Но самая дорогая та, что Маша привезла из России. Я хочу, чтобы мне завтра аплодировали здесь, как в Москве стоя. А вот в руках у Глеба Лопатченко даже подручное средство превращается в настоящий музыкальный инструмент. На самом деле мальчик виртуозно играет на барабанах. Теперь вспоминает, как проходили его первые уроки. Мы на уроке музыки учились сначала стучать барабаны, а потом выбрали некоторых мальчиков и отправили нас год назад на первый конкурс. Мы сначала не разбирались, не знали, но потом мы каждый день ходили, репетировали, и все получилось. Гала-концерт «Один мир, одна мечта» объединил всех талантливых ребят. Мы очень рады, что фестиваль этот дает возможность нашим детям не только порадовать своими талантами всех гостей, не только проявить свои способности, но прежде всего этот фестиваль дает возможность нашим детям рассказать окружающим о своих мечтах, о том, что мы все разные, но мы все едины. У нас один мир, мы все дети мироздания. И у нас самое главное, у нас одна мечта – жить в мире, в согласии, творить добро и созидать. Подобные фестивали дают шанс каждому участнику проявить талант. Но что еще важнее, дети получают возможность общаться со сверстниками, расширяют горизонты творчества и раскрывают красоту своего внутреннего мира. Татьяна Панько, Анна Андрющенко, Александр Остриков, Андрей Киричук. Вести, Луганск, 24.